ничто не дается даром в этом мире, и приобретение знания – труднейшая из всех задач, с каким человек может столкнуться. Никто не станет спорить с тезисом, что ничто не дается даром в этом мире. Это все согласны. Даром ничего не дается. Приобретение знания – труднейшая из всех задач, с каким человек может столкнуться. И это правда. Притом, зачастую деньги не имеют значения для получения знаний. Почему? Потому что за деньги можно получить только ключики, знания можно получить только внутри себя. И почему это труднее, самая труднейшая задача? Потому что человек не просто не готов, а он не хочет узнавать. Он не хочет стремиться к знанию. Для него это что-то, ну, неестественное. Я не хочу говорить там за всех или выделять там какую-то особенность делать, но для того, чтобы человек начал искать, для того, чтобы он начал узнавать, он должен попасть в такие условия и в такие переделки в своей жизни, для того, чтобы сдвинуть свой поп с мертвой точки. То есть начать двигаться вперед, узнавать. До этого человек даже не пытается узнать. И вот самая труднейшая задача, с какой человек может столкнуться, это в первую очередь нежелание. Поэтому в нашей жизни происходят определенные ситуации, которые нас и сподвигают к тому, чтобы начать шевелиться и начать развиваться. И мы платим, как правило, цену не материальную, а платим цену бесценную, это наше время на поиск ответов тех вопросов, которые у нас возникают. И вот только тогда, когда мы начинаем задавать себе вопросы относительно тех или иных ситуаций или относительно самого себя, хотя бы самый простой вопрос, который каждый человек, родившийся сюда и начав хоть маломальски понимать, где он находится, он должен задать вопрос: а почему я родился? Для чего я родился? Зачем мне это нужно? Не чтобы помогать людям, это все отмазки, а именно лично для себя. Вот это вот цена, которую придется заплатить, это рассыпавшиеся иллюзии. Это когда человек теряет те иллюзии или те мемы, которые были вложены с детства. Ты родился для того, чтобы помогать маме. Ну, это ерунда. Ты родился для того, чтобы служить Родине. Это опять же ерунда. Для чего лично я родился? Какова цель моего существования на планете Земля? Ой, родился для того, чтобы помогать людям. Это опять же ерунда. Полная ерунда. Родился для чего? То есть сам себе должен ответить. Какова моя цель? Каковы мои приоритеты, личные приоритеты? Потому что, знаете, есть такая цитата, которую извратили церковники христианского толка. «Возлюби ближнего, как самого себя». Нас учат с самого детства любить отрешенно других и не учат любить самого себя. А на самом деле перефразировать следующим образом: возлюби себя для того, чтобы понять, как ты можешь любить других. Вот и все. Потому что не может человек любить другого, если он себя ненавидит. Ну, не может. А ненавидящих себя намного больше, чем любящих других.